Так, мы с вами связали 12 рядов без прибавок, и у нас получился вот такой цилиндрик, который теперь мы должны будем набивать синтепоном. Так, для начала давайте отметим снова начало ряда, просто вот эту ниточку. Мы ее подденем, перебросим сюда. И у нас будет снова начало ряда. Так, в принципе, сейчас можно уже начать набивать синтепончиком. Но не очень туго, потому что, чтобы синтепон не мешал нам сейчас в убавках, мы будем делать убавки. Итак, убавки мы делаем симметрично прибавкам. Соответственно, если последние прибавочки, последний ряд прибавок мы делали через 4 столбика, то здесь мы через 4 столбика будем делать убавки. И делаются они так. Значит, мы провязываем. Раз, два, три, четыре. И здесь мы две провязываем вместе. Раз, два. У нас получается три петельки. И вот так вместе. Снова. Раз, два, три, четыре. И здесь не провязываем, а раз, два, набираем вот так и провязываем вместе. Раз. Два. Три. Четыре. И вот эти. Раз. Снова вместе. И так мы делаем до конца ряда. Итак, мы провязали первый ряд убавок, через 4 столбика мы делали убавочки, и теперь у нас по окружности получилось 30 петель. Дальше нам нужно будет убавить до 24, соответственно, мы будем через каждые 3 столбика делать убавки. Когда у вас остается 18 петель по окружности, вы уже можете совушку набивать плотнее. В принципе, можно делать это на любом этапе, когда вам будет удобно. Я думаю, что сейчас у нас осталось тут уже достаточно маленькое отверстие, и надо бы так хорошенько набить ее уже практически максимально. Итак, вот к чему мы пришли. Завершение тельца нашей совушки. Сейчас мы будем делать убавки. В каждый столбик будем просто два закрывать вместе, провязывать. Так, хочется фокус. Очень трудно, конечно, это фокусировать одновременно. Так. Что у нас тут? Итак, мы остался последний. Окей, все готово. Теперь мы эту ниточку немножко вытягиваем, оставляем, я думаю, такой хвостик. В принципе, нам хватит. Ножницы. Так, мы вот это вот здесь вот разрежем. Это убираем. Наш хвостик, который служил началом ряда, мы немножечко его подтягиваем, так, чтобы под корень, оп, обрезаем. И не следа. Что мы делаем дальше? Вот эта часть. Нам нужно взять иголочку. И мы просто по кругу вдеваем иголочку в петли.
внешней стороны, с внешней во внутреннюю. Так хорошо видно. Раз. И вот здесь вот. В каждую. Потом затягиваем, и мы эту иголку пропускаем через все тело, куда-нибудь вот сюда. И очень хорошо тоже затягиваем. Так. И потом обрезаем под корешок. Так, немножко ее приведем в порядок. И вот у нас такая ровненькая совушка получилась. Ну-ка, где наш мистер Фукуро? Вообще не отличить. И теперь осталось нам связать крылышки, глазки и ушки. Ушки. И крылышки, и глазки, и ушки вяжутся по тому же принципу с волшебного кольца амигуруми. Единственное, что ушки, конечно, очень маленькие, а глазки и крылышки – это одинаковые элементы, просто в разных цветах. Итак, когда у нас готово тело совы, нам нужно связать теперь 4 элемента в двух цветах. Это розовый, это будут крылышки. И такой вот у меня здесь молочный. Ну, можно использовать молочный или белый для того, чтобы связать глазки. Наверное, покажу лучше на розовом. Элементы будут одинаковые, 2 светлых и 2 розовеньких. Мы оборачиваем ниточку. Снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. И нам нужно будет сделать прибавки в начале в каждый столбик, чтобы у нас получилось 12. И потом через один, чтобы получилось 18. Это будет готовая деталь. 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затягиваем. Так. И теперь нам нужно через одну сделать прибавку, через один столбик вяжем 2. Чтобы получилось 18 петель. Здесь мы не будем отмечать начало ряда, чтобы лишних ниточек не торчало. Мы просто посчитаем, потому что, в принципе, на этом вязание элемента и закончится. 1, 2, сюда же 3, 1, это 4, здесь у нас 5, 6, 1, сюда 7, потом 8, 9, 10, сюда 2, 11, 12, так, следующий 13, потом 14, 15, сюда 16 и 17, 18. Вот и получилось наше крылышко. Чтобы у нас не было вот такого некрасивого зубчика, рубца, потому что вот так заканчивается деталь, мы сюда вот так такой полустолбик сделаем. То есть мы вот эту петельку достаем и сюда же ее проводим. И получается вот так более ровное, красивое закрытие. И потом мы оставляем, ну вот примерно, сколько это у нас, сантиметров 15, такую ниточку для того, чтобы пришить деталь. Так, вот у нас наше крылышко готово. Итак, мы сейчас сделаем
еще три таких детали, одно такое крылышко и два глазика. И снова делаем кольцо амигуруми из 6 петель и после по 2 столбика в каждую, чтобы у нас получилось 12, то есть второй глазик. Итак, у нас готовы 4 элемента. Это глазки и крылышки, тело, пятый элемент. И теперь нам осталось делать ушки. Ушки мы будем делать также, опять это кольцо амигуруми. Единственное, что мы будем делать его из 3 петелек, с 3 столбиков. Раз, два, три, потому что они крошечные. И вот здесь нам придется потрудиться, мы затягиваем. Так нужно будет сделать опять 2 столбика в каждой. Но из-за того, что это такая маленькая деталь, здесь надо очень внимательно, ой, аккуратно к этому подойти. То есть мы провязали 3 столбика, а потом в кольце амигуруми, а потом прибавки сделали в каждой из них. Итого у нас получилось 6. И вот так немножко надо вывернуть. Это получилась такая шишечка. Все. Осталось все это чудо пришить. А для этого нам нужна иголка и 2 булавки. Потому что мы будем делать так. Мы берем глазик, крепим его, чтобы увидеть, где будет глаз. И второй тоже прикрепляем. Так. Вот они у нас держатся. И тут у нас есть хвостик, который нам, в принципе, не нужен. Мы будем как делать? Его нужно просто спрятать. Это, мне кажется, у меня очень маленькое ушко, конечно, для надо потолще иголку. И теперь, мне, честно говоря, с булавкой не очень удобно, я ее выну, но мы уже знаем, где это все будет. И теперь мы просто по кругу, так, где у нас фокус, по кругу начинаем приметывать аккуратненько. Мы захватываем за краешек, вот так, и аккуратно по кругу. Так, ой-ой-ой. Когда мы дойдем до того места, с которого мы начали, вот у нас тут начало. И потом снова через все тело совы мы эту ниточку пропускаем. И все. И она у нас ушла. Здесь мы немножко так подтянули и обрезали. Все. Теперь нам нужно то же самое сделать с ушками. Вот у нас 2 ушка. Мы крепим их вот так булавочками, чтобы точно знать, где они. У нас будут располагаться с одной и со второй стороны. Один хвостик мы просто с помощью иголки продеваем внутрь совы и там оставляем, и обрезаем с другой стороны. С помощью второго хвостика, который тут с краешку у нас вот находится, мы по кругу приметываем ушко. И как мы будем пришивать крылышки? Крылышки мы берем вот этот верхний, ниточку, которая, ну, она должна быть сверху. И крылышки, когда мы пришиваем, мы немножко их вот так сгибаем напополам и пришиваем по вот этому полукругу. Даже я бы сказала, что вот так можно сделать. И просто только пол окружности, вот до сюда. И внутрь
вставляем также ниточку, прячем. Глядя на нашего мистера Фукуро, нам нужно вышить глазки и сделать клювик. Для клювика мы берем кусочек фетра, такого желтого, и вырезаем клювик. А глазки мы будем черным мулине. Нам понадобится еще клей-момент, чтобы приклеить клювик. И черным мулине мы глазки будем вышивать. Так, как я предлагаю сделать клювик? Это мы просто вырезаем из фетра кружок и делим его на две половинки. Потом мы возьмем клей-момент. Так, вот у нас тут даже просто есть булавочка. Мы на нее возьмем, намажем и приложим. И второй также. Так. Вот наш клювик. Так. Осталось сделать глазки. Для этого иголочка с черной ниткой изнутри, откуда-нибудь, чтобы не делать лишних узлов, мы продеваем. Так, куда? Проткнуть-то не так-то просто, оказывается. Это еще. Ну вот, я думаю, здесь нормально. У нас такой диагональный глазик. И сразу сюда выводим. Так, зацепились. Вот так. Так. И ровненько получается. Куда-то сюда. Ну, по-моему, вполне ровно. Можно, конечно, да, мне нравится. И потом эту ниточку с обратной стороны мы обрезаем. О боже, какая красота! Мы закончили вязание наших совушек. Вот такие чудесные получились две совы с красивыми декоративными элементами. Вы можете украсить ваши игрушки как хотите. Вот эта сова, еще к тому же погремушка. Из этой также будет легко сделать погремушку, если вы добавите внутрь какие-то элементы, которые могут издавать звук, звенеть. Надеюсь, этот урок вам был полезен и вам понравилось вязание совы. И я буду ждать фото, отзывы ваших работ.